Всем привет, друзья! Я анонимный чужефан, и это обзор на всю мою чужефанскую коллекцию. Вернее, это ее, скажем так, наибольшая часть. Итак, каждый из вас наверняка хотя бы слышал о франшизе под названием «Чужие». Да. Ну да ладно. Это видео, оно как бы обращено, направлено, так сказать, к тем, кто об этой теме хорошо знает, кто прошаренный, кто фанат. Итак, вот это вот все моя коллекция. Заказывал я все это дело довольно-таки давно, ну, такие вещи недавно. Копил. В общем, вот на что, собственно, я трачу все свои деньги, которые у меня появляются. Начну я, пожалуй, вот с чего. Итак. Кстати, познакомьтесь, это Левчик. Лева. Лева. Смотри, какая у него кепочка. О, нормально. Так, ну ладно. В общем, вот, пожалуйста. Вот что это такое. Коллекционное издание 20-х век Fox называется «Чужой. Антология». Что здесь у нас есть? Вот так вот это все снимается и открывается. Здесь у нас лицехват Грудолом. Здесь у нас Чужой и Матка. И, собственно, вот они диски со всеми фильмами франшизы. Плюс еще два бонусных диска «Создание» и «Архивы». То бишь вырезанные сцены, интервью со всякими там участниками съемок. Создание это видео, кстати, о птичках. Здесь есть кастинги Сигурни Уивер на роль Рипли. В общем, все это круто. Все это круто, и это будет полезно каждому чужефану. Содержит все это дело в себе режиссерские, театральные версии, все такое прочее. Что ты об этом знаешь, Левочка? Понятно, ничего не знаешь. Так, ясно. «Прометей» — фильм 2012 года, о котором многие наслышаны, который, хотите вы того или нет, является каноничной частью франшизы. То бишь, это не апокриф. А об апокрифах поговорим позже. Итак, «Прометей». Нравится тебе «Прометей»? А, ты его еще не видел. Ну да ладно. Тоже открывается таким вот примерно образом. Здесь у нас три диска. Это, собственно, сам фильм «Прометей» Blu-ray. «Прометей» — это что у нас? Бонусный диск, на котором всякие там кастинги, вырезанные сцены и прочее. И тот же фильм, но в 3D. Очень интересно. Даже трогай. Можешь смотреть пока. Да. Далее. Вот такая коллекционка. «Чужое» издание к 35-летнему юбилею. Фильм 79-го года. Да, 35 лет ему исполнилось, ну, не вчера, скажем так. В общем, что в себе это дело содержит? Во-первых, диск, который уже есть здесь. Диск первого фильма. Содержание абсолютно идентичное. То бишь, ничего нового здесь нет, все то же самое, все тот же Blu-ray. Но стоит ли вообще это? Стоит. Потому что... Пока посмотри вот это вот, да. Потому что вот почему. Раз. Это комикс, который вышел в 79-м году. Это новелизация фильма от Арчи Гудвина и Уолтера Симпсона. Собственно, что тут есть? Тут, собственно, как вам тут показать-то? Нормально все. Просто иллюстрации к фильму. Все. Больше ничего примечательного. А теперь, Лёва, вот покажи что-нибудь туда. Только аккуратно, не наступи ни на что. Там, подойди как-нибудь. Ну что ж ты, ну, ладно. Вот это вот, например, яичко. Художник Ганс Руди Гигер. Царство ему небесное. Ты показывай очень по порядку каждую картинку. На, у тебя там собирает все дело. И показывай по очереди. В общем, все вот это дело, это... концепт-арты к фильму.
скажем так, это и рисунки Гигер, которые в свое время стали концепт-артами. Да, ты показывал, Левочек. Это, например, фреска Жакеев, на которой явно и очень просто, лапидарно показано, как, собственно, поступают чужие с живыми организмами. Это сам чужой, сам Гигер. Дальше, Левочек, показывай. Это что такое? Это яичко, ты его уже показывал. Или ты другой показывал, не помню уже. Давай еще там показывай. Это ранняя версия лицехвата. Переверни. В другую сторону переверни, Левочек. Еще переверни. Вот. Это одна из ранних версий лицехвата. Так он, собственно, поступал с людьми. Показывай дальше. Давай. Показывай. Это просто гигерская ахинея, не обращайте внимания. Красиво, пошло, Левчик, положи, тебе это рано смотреть. Положи, пожалуйста, не туда ты кладешь, Левчик, не туда. Ладно. Да-да-да, эту бери, эту. Бери. Ну, показывай. Люди ждут. Лёва. Это вот тоже чужой. Космическая саранча легендарная. Ну, Левчик, еще покажу, у тебя там полно. Вот последние две. Покажи, последние вот эти две. Это... Кто это, Левчик? Жакей. Жакей, да, молодец. Еще там картинка была одна. Дереликт. Дереликт. Все, Левчик, убирай, собирай это все в одну стопку. А я пока продолжу. Итак. Что еще можно, собственно, рассказать о моей коллекции? Вот это это просто распечатанные А4 планы. Что у нас это? Это БМП Морпехов, это Сулака, это Ностромо. Вот все, ничего этого интересного в этом нет, собственно. А, вот. Алан Дин Фостер. Чужие. Новелизация фильмов. Этого... Опять он пищит. Это все в такой супер-пупер обложке. Все это. Здесь изображена Рипли. Кадры из второго фильма, кстати, о птичках. Да, из второго. Матка здесь. Нормально. Левчик, ты собрал? Молодец, потом берем. Итак, что, собственно, из себя представляет эта книга? Написана она по сценариям фильмов. Но Алан Дин Фостер, он такой человек, он не обошелся без отсебятины, скажем так. Еще постарались русские переводчики. Короче говоря, это чтиво будет очень полезно любому чужефану. Да, Левчик? Да. Это чтиво очень будет полезно. Хороший. Так вот, на чем остается чтиво будет полезно любому чужефану, просто для ознакомления, чтобы знать, что к чему. Здесь есть вырезанные сцены, которые не вошли даже в режиссерские версии. Ну и от себя тем, разумеется, есть. Без этого никак. Чушь тут поделать. Ладно, идем дальше. Чужие. Книга первая. Вот такая штука. Верхейден и Нельсон. Я не помню, как их зовут по именам. А, Марк Верхейден, Марк Нельсон. Иллюстратор. Текст Марк Верхейден. Так, дальше. Что про это можно рассказать? В общем, так. Это у нас... Так, стоп. Вспомнил. Читал ее 200 раз, уже все запамятовал. Короче говоря, это одна из версий продолжений второго фильма. То бишь... Было написано это дело, это в виде комикса, кстати, о птичках. Было все это дело написано до начала 90-х годов, то бишь до выхода третьего фильма за авторством Дэвида Финчера. В общем, здесь у нас что? Ньют благополучно и Хиггс, Бишоп и Рипли благополучно возвращаются на Землю. Ньют и Хиггс в будущем мочат чужих. Ньют вырастает, становится такой нормальной такой дамой. Короче говоря... Это, конечно, хорошо, но не канон, апокриф. Так, дальше. Левчик, покажи. Это комикс по вселенной чужих.
тоже, и Прометея, внимание. Называется эта серия «Огонь и камень». В нее входят 4 комикса. «Чужие», «Прометей», «Хищник» и «Чужой против хищника». Это автоматически делает вот это вот апокрифом, потому что «Хищники» не канон. Фанаты в курсе. Итак, что, собственно, здесь? Рисок, конечно, хорошо. Я вот, честно признаться, я в комиксах ни черта не смыслю. И никогда не смыслю. Ну, такой человек. Мне вот неинтересно это. Но ради коллекции стоило взять. Просто ради ознакомления. В общем, чё, Лёпчик? Чё за робот? Да, робот, робот. Он в Африке робот. Прометей. Помимо того, что это связано с хищниками, вот, кстати, все 4 книжонки из этой серии. Помимо этого, здесь есть еще один пунктик, который делает это творение неканоничным. Сейчас покажу, найду, где это дело. А, вот, нашел как раз. Вот, полюбуйтесь. Это синтетик под воздействием биоформирователя. Какого рожна биоформирователь действует на синтетик? Лёвчик, скажи, пожалуйста. Что ты хочешь показать? Давай, покажи. Что ты там нашел? Это что такое? Чужой. Да, чужой, прикольно. Так. Ну, короче, апокриф. Все, больше мне нечего сказать. Что у меня еще есть? У меня есть футболочка Вейланд Ютани. Пожалуйста. А у Левчика есть кепка Вейланд Ютани. Давай, надень ее в камеру, посмотри. Помаши ручкой. А, молодец, молодец, молодец. Аж вспомнил. Вот у меня память какая. Надо же. Вот. Это должна была быть цепочка, кулончик изначально у меня на шее висеть. Давай, фокусируйся, камера, фокусируйся. Не фокусируется, гадина. Короче говоря, это просто кулончик с чужим. Я его прицепил как брелок на свои ключи от хаты. Вот так. На, поиграй. Лови. Не поймал. Вот, собственно, такие пироги. Такие пироги. Спасибо большое за внимание.